Очередной подарок. Пробуем опять большой. Появился, не появился, проверяем. Если нет, опять какой-нибудь рандомный откроем. Нет, появился, значит, вот малыша откроем. Давай, малыш, удиви нас. Паршивенький, скорее всего. Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 28 декабря, 3 часа ночи, и наша ежедневная рубрика «Чё почём». Сегодня мы задаемся вопросом, останется ли Джон Уик на второй день, потому что люди-то его не все купили, ребят. Некоторые люди-то и были рады его на Новый год. Я поражен. Да, ребят, смотрите. А вы видели, что там в левом слоте? А я увидел, что в левом слоте, ребят. Но сначала мы посмотрим. Сначала мы посмотрим и скажем, что со вчера Джон Уик остался, ребят, в подсказках сверху вылазит вчерашний чопочем. Смотрим, если вы думаете покупать Джона Уика или нет. А сейчас, ребят, открываем. Открываем свое детское шампанское и празднуем, ребят. Полгода спустя, с лета, у нас выходит карась! Классический, ребят, за 1200. С тремя стилями для тех, кто его не купил. И для тех, у кого он есть, это все-таки 4 стиля, ребят. Давайте я вам его покажу. Медленно, чтобы он у вас не перелистывался. Он у меня, само собой, есть, ребят. Я его купил еще год назад, когда он первый раз вышел. Скинчик имба, символ Fortnite. Из новых скинов, наверное, это самый символ Fortnite. У меня смайлик есть на канале, и не один, ребят. Это прям must have. Must have. Тот, который выходил в 7-м сезоне год назад. Ну, ребят, бэкпэк это не его, это мой бэкпэк лягухи. Тот, кто купил его, ребят, до... Какой это сезон, господи? До лета, ребят, и на World Cup он у него уже был, получили вот такой стиль. Те, кто на World Cup не присутствовал, получат 3 стиля. Вот такой. Это у нас какой-нибудь 9-й, наверное, сезон. Это у нас сезон 8-й с пиратской тематикой. И это у нас по умолчанию стандарт, ребят. Мой любимый вот этот, красава. Пиратская тематика, офигенная. Ну вообще скинчик имбуля, просто имбуля. Бэкпэк у него также есть. Бэкпэк у него вот такая штукенция. Довольно большой горшочек. Но не очень. Как по мне, бэкпэк такой себе. У него есть дельтик с офигенной музычкой. У нас фоновая есть такая игровая музыка. И 800 V-баксов, ребят, дельтик офигенный. Пока летите, у вас вода вот эта хлещется, танцуют, поют. Класс. Также есть киркат за 500, ребят, которую я не покупал. Не покупал. Скажу честно, есть у меня некие сомнения, что я буду с ней бегать, но знаю точно, что это одна из очень популярных кирок за 500. Очень, ее очень многие люди любят. Да, да, карасика мы дождались, ребят. Не забывайте, ребят, карасика, когда покупаете, указывая, чтобы у вас вот тут вот, проверяйте, чтобы было СПТ на 8.3 написано. Вот он наш красавец, ребят. 1200 V-баксов. Новый символ Fortnite, ребят. А обертка, если что, изнанка, ребят, от Демогоргона. Если вдруг кто не знает. Красавец. Это ж красавец мужчина. А смотрите, как флексит. Ля как флексит, ребят. Кирочка. Кирки у меня не было никогда. Буль, 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 буль. Эффект от удара. Кайфовый, конечно. Звук нормуль. Да, для 500, конечно, хорошая кирка. Но я тогда говорил, что у меня слюрк есть. У меня есть кирка с 7-го сезона льдина. У нее такие же вот эти эффекты от ударов. Но звук кайфовый. Хорошая кирочка. Хорошая. Спасибо большое за подарок. Дельтик. Вот дельтик. Стойте, чекайте. Сразу, ребят, лето, песочек, шум волны. Никаких тебе криков там. Пахлава!
Чучело! Просто шум прибоя. Красота. Так, там у меня в чате, ребят, извращуги. Просят небо показать. Ну, смотрите, смотрите. Куда мне уехать? Смотрите. Извращуги. Обязательно. Также у нас, ребят, есть вот они, скинчики тоже, которые вы довольно любите. Это Тайлер за 800. Неплохой скин. Но чаще, конечно, вас привлекает эта добытчица. Все еще, ребят, я ее встречаю. Даже с учетом, что Новый год, все еще добычица крайне актуальна. Пацанчик мне тоже нравится. Пацанчик тоже не такой объемный. Спасибо большое. Лучший тег СПТ-073. Спасибо большое. Чебурашка. Огромное спасибо. Лил Чебурашка, если быть точнее. Бля, прикольная хрень. Это типа щелкунчика, только... Только циферблат. Сейчас гляну. Спасибо большое. Прикольная хрень. Тайлер. Хороший скин за 800, ребят. Хороший. Деваха. Нормальная. С учетом там, с какие скины, да, по 800 у нас. Но мне не зашла. Я не покупал, мне подарили. Правая сторона. Ох, епить, ребят. Посмотрите, киберспортом повеяло сегодня. Кара... Да ё-моё. Спасибо, Димасик. В коллекцию. Спасибо. Чё там? Кирочка, спасибо большое. Ребятам покажу. Спасибо. Ребят, чувствуете? Киберспортом повеяло. Прям к скиллухой попёрло. У нас сегодня есть раз добычица. У нас сегодня карасики. У нас сегодня еще и луча добить. Просто добить киберспортсменов. Мамкиных. Бля, красота какая. Бля, красота какая. Терпеть ее не могу. Не знаю, ребят, с пятого сезона, вот когда она вышла, мне она сразу не понравилась, я ее не взял, и до сих пор она мне не нравится, ничего не изменилось, и от того, что я ее вижу часто, мне она нравится все меньше и меньше, не нравится, не заходит она мне. Мне кажется, если бы ей не играли проигроки, ей бы вообще людям она не заходила, ее чисто вот распиарили, как по мне. Команда, еще один, ребят, киберспорт, кто любит в олдскуле. Сегодня для таких нубасов, как я, ребят, только карасик, походу. Ну, это стандарт, ребят. Это стандарт с первого сезона. Я не люблю эти стандарты. Я их никогда не покупал и не планирую. Чё у меня есть? У меня есть, ребят. А, есть еще. Ля, какая кирка зашла. Хорошая кирка. Призрачный топорик, ребят. У него, кстати, в редкости, видите, уже призрачную редкость мы сделали тоже. Кайфовый топорик, кайфовый, мне нравится. Хороший, я тогда пожадничал на него. И, в принципе, сейчас ничего не изменилось. Я все так же жадничаю на него. Но топорик реально хороший. И у нас под черно-белые скины проблема с кирками. Реальная проблема, так что классная. Флекс от зомбака. Держи челюсть, бедолага. А не ухо. Хорошая эмоция за 800. Хорошая. Кто, ребят, вчера думал покупать, не покупать кувалду или купить лопату за 500, теперь вот он у вас выбор, ребят. Можете лопату купить, можете эту взять, кувалду. Я лично... А я даже не знаю, за что я лично. Мне и лопата прикалывает, и кувалда прикалывает. Хорошая то и то, так что тут выбор пойдет на вас. И то, что мне придарили. А чё она не зациклена? Дороговато. Движения крутые, но не зациклена, ребят. Я расстроен. Я расстроен. За 500 дороговато. Дороговато, дороговато. Можно было бы зациклить. Ладно. Ребят, вот он прям сразу. Сет киберспортсмена. Тупо лопата и вот эта худючая деваха. Я в таком наборе их 1000 раз видел. Также 1000 раз видел ее вместе с киркой карася. 1000 раз там списком моды. Ну, вы поняли, да, как это работает. Давайте.
Что-то мне подсказывает, что небо вы и в ее исполнении хотите увидеть, да? Для тех, кто, кому, кого карась, не туда. Меня, видите, прям тянет прислониться, ребят, не туда. Не туда уклоняюсь, не туда уклоняюсь, извините. Прям тянет пригреться, так сказать. Ладно. Кирку смотрим. Смотрим новую эмоцию. Да и все. Дайте нам новую эмоцию. Где? Не то, не то. Ну, вы поняли, в общем, ребят. Все, магазинчик сегодня какой маленький, обалдеть. Но столько дельных вещей. Не для меня. Да. Ребят, не забывайте указывать тег автора SPT-083. Не забывайте, что суббота-воскресенье призовые кастомки full stream. Не забывайте, что в субботу будут разыграны две кирки Минти. Что в воскресенье будут разыграны на трансляции также две кирки Минти. Среди всех ребят, просто среди тех ребят, кто будет на трансляции. В описании под видео розыгрыш есть. Врывайтесь. Не забывайте, что остались считанные дни для розыгрыша 10 тысяч рублей. Тоже в описании под видео ссылка есть. Ежемесячный розыгрыш. Что в новостях? Джон Вик остался, ребят, кто не знает, в режиме Джона Вика палка есть. Сквады с палкой, ребят, имбуля. Просто зайдите, поиграйте, покайфуйте. Лук, понятно. Понятно, понятно. Карасик! Красота. Вот это красота. Жду вас всех, ребят. В субботу, 10:30 вечера на моих трансляциях. На моей трансляции. Ничего ж у нас нету, никаких у нас мероприятий нету. Так что заходите. И будем разыгрывать капусту в кастомках. И будем разыгрывать минти для всех для вас. Удачи и пока.